В Иванове стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Русь». Девочки со всей страны съехались, чтобы показать свою грацию, пластику и артистизм. Средний возраст коллектива «Задоринки» – 6 лет. Песни про гномиков и сами исполнительницы номера буквально очаровали строгое жюри. Мы думали, что мы все хорошо делали, улыбки делали всегда. Вот. Когда мы готовились, у меня Ольга Борисовна сидела надо мной, пируэт, нога вперед, я еле-еле его выполнила. Ирина приехала на соревнования из Ростовской области. Она выступает в программе КМС со скакалкой, обручем, мечом и булавами. Это последняя разминка перед выступлением. Ну, я уже давно сюда езжу, мне нравится здесь. Я хочу получить больше опыта, ну, мне помогают эти соревнования. Я уже многого добилась. Так получилось, что соревнования «Русь» стартовали практически на следующий день после завершения соревнований федеральных округов. Устали гимнастки и судьи. Но это спорт, и не всегда есть время на передышку. Все гимнастки, которые, выступая на федеральных округах, не смогли отобраться в команду на Россию, на первенство России, сейчас пытаются себя реализовать здесь. Так что каждый свои задачи решает, и думаю, что решает их успешно. Ивановские гимнастки заняли призовые места в индивидуальных программах, выступая в рамках Центрального федерального округа. Теперь они отправятся на первенство России в Казань. На соревнованиях «Русь» сильнейшие гимнастки Ивановской области выступят 21 января. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.